Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот, друзья, кажется, понятно, евангельское чтение, не клянись вовсе ничем. И правда, кто из нас может 100% контролировать ту ситуацию, в которой он находится? Понятно, надо сделать все, что в твоих силах, ради того, чтобы результат получился. Потому что есть другая крайность. А если так, то тогда и делать ничего не стоит. Это неправда. Делать стоит. Но помнить, что в наших планах может быть так, что мы какое-то событие не предусмотрим. И вот как мы на него отреагируем, как мы его встретим, как внутри нас поведет наше сердце, наша воля, наш разум, вот здесь большой вопрос. Всегда, когда ты что-то контролируешь, ты к этому так или иначе готов. Но когда выпадает так, что не было это в твоих планах, вот здесь и проявляется наше «я». Проявляется чаще всего каким-то огромным взрывом, который не хочет этих обстоятельств жизни, а они есть. И вот важно научиться быть живым. Важно научиться быть. Научиться жить и чувствовать эту жизнь. Вот как ни странно, человек, который не умеет отдыхать, он по большому счету не умеет и жить. Вот если человек не может побыть один на один с самим собой, а все время ему надо что-то делать, куда-то стремиться, зачем-то бежать, всегда должен возникнуть вопрос: а почему так? Почему я не могу остановиться хоть на секунду этой жизни? Вот, наверное, от того святые отцы и многие праведники говорят, что важно научиться тишине, важно научиться просто быть, остановиться, почувствовать себя и окружающий мир. Ради того, чтобы вот так в будущем реагировать на те обстоятельства, которые у нас не запланированы. По-настоящему, по-живому. Для того, чтобы научиться любить себя. Ведь мы можем бежать от себя не только в какие-то химические зависимости, но и в работу. Не только делая, какие-то плохие дела, но и совершая совершенно добрые дела, убегать от себя, повышать свою самооценку, и при этом совершенно не уметь любить другого. Совершенно не уметь любить другого, потому что мы все время пытаемся заполнить ту пустоту, которая внутри нашего сердца есть. А с ней оставаться всегда страшно один на один, с этой пустотой. Она сильнее нас. И это огромная беда. Конечно же, здесь требуется огромная работа, перестать контролировать, научиться доверять. В книге «Открытое сердце» Фредерики де Граф есть момент, когда один парень заболел тяжело, смертельной болезнью. До своей болезни он много-много что делал, а здесь он оказался один на один со своей нетрудоспособностью, с тем, что он сделать ничего не мог. И ему казалось, что он совершенно никому не нужен. Совершенно, совершенно никому не нужен. Даже самому Богу. И вот тогда Фредерика сказала ему: научиться быть для тебя сейчас очень важно. И это самое главное. Научиться быть. Научиться увидеть себя, какой ты есть. Научиться увидеть то, что у тебя есть хорошее. Научиться увидеть то, что у тебя есть плохого. Научиться увидеть в себе образ Божий.
и научиться за это благодарить. Это самое сложное. Но тогда и только тогда могут происходить в нашей жизни изменения, когда мы перестаем заполнять это пространство пустоты чем-то другим, а учимся быть настоящими, жить в реальности и в действительности. Потом здесь сказано в этом Евангелии о том, как мы должны прощать, о том, как не должны мы поступать око за око. И это действительно так. Но дальше там сказано о том, что мы не должны оскорблять и обижать других людей. Зло должно быть остановлено, если мы встаем на его пути. Об этом часто говорил отец Георгий Чистяков. Он говорил о том, что единственное, что мы можем сделать в этом мире, это останавливать это зло, начиная с самих себя. Разрывая вот этот круг, в котором мы часто находимся. Давая место в этом мире свету, который может проходить через каждого из нас. И это очень важно, помнить о том, что Господь нас призывает не для того, чтобы мы стали такими тряпочками, от которых ничего не зависит, с которыми можно делать все, что угодно. Захотел — сделал это, захотел — сделал то. Абсолютно нет. Он хочет, чтобы мы научились быть личностями, которые бы реагировали правильно на запросы своего времени, на запросы своей семьи, своего собственного «я», на запросы самого Бога. По-настоящему чувствовали вот эту бы свободу, и внутреннюю, и внешнюю. Да с любым из нас может произойти все, что угодно. Мы можем оказаться там, где не ждали. Но там тоже важно быть свободным и учиться, и быть любимым, и любить других. Где бы мы ни оказались, в каком бы месте, и в больнице, и где-то в путешествии, и где-то, не знаю, в каких-то отдаленных местах, везде этот вопрос для нас станет. А кто мы? Зачем мы жили? Куда мы идем? И это мы принесем с собою в вечность. Все другое не возьмем, но вот это пронесем. И рядом с нами либо будет тепло, либо будет холодно, либо мы будем убивать людей своим поведением, либо поднимать людей, вдохновляя их на жизнь. Потому что они будут видеть в нас живое и нас живыми. Вот что главное. Вот, мне кажется, об этом стоит сегодня задуматься. По-настоящему. Давайте, друзья, постараемся. Ведь Он пришел ради этого сюда, в этот мир, и распялся за каждого из нас, чтобы мы по-настоящему научились этому. Аминь.